Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Клуб ЦСКА ВВС официально заявлен во вторую по значимости Лигу российского хоккея – ВХЛ. Календарь турнира и окончательный состав участников пока не оглашен. Планируется, что в нем сыграют 29 клубов, включая команды из Китая и Казахстана. Воспитанники Самарской губернии играют по всей территории России, поэтому сегодня с появлением команды высшей лиги появился интерес к возврату на свою территорию. И, соответственно, это позволит нам накатывать собственную молодежь и комплектовать на сегодняшний день флагмана региона из тех людей, которые будут играть, будут узнаваемы. Это означает, что в регионе будет выстроена система подготовки хоккеистов. Свои команды будут в молодежной и юниорской хоккейной лиге, ВХЛ и КХЛ. Когда у нас получается разрыв между одними и другими, когда они заканчивают в одном участие в одной лиге и не могут перейти в другую, потому что перепрыгнуть они по факту не могут сразу в КХЛ, конечно же, возникает такая коллизия. Это логический шаг для того, чтобы этот разрыв преодолеть. Пока дворец спорта на реконструкции, свои домашние матчи ЦСКА ВВС будет проводить в спорткомплексе «Кристалл». Тренировочной площадкой станет ФОК «Маяк». С тренерским штабом болельщиков познакомят в конце июля. Тогда же презентуют и новую форму клуба. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.